Садовая фирма «Виктория» предлагает один из лучших сортов малины «Оранжевое чудо». Он отличается высокой урожайностью, плоды оранжевой малины достигают 4 сантиметров, а вес ароматных и вкусных ягод от 7 до 12 граммов. Подробнее о новом сорте и о том, как его сочетать с другими на садовом участке, в нашем сюжете. Малина сорта «Оранжевое чудо» была выведена селекционерами Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Главная особенность в том, что при солнечной погоде ягоды становятся ярко-оранжевого цвета, приобретают аромат и выраженный сладкий вкус. На мой взгляд, самый вкусный и самый аппетитный сорт малины ремонтантной «Оранжевое чудо», который прекрасно вызревает в нашем непростом уральском климате, отличается своей сверхкрупноплодностью, ну и, конечно же, отличными вкусовыми качествами. Это крупная ягода с оранжевым румянцем, очень аппетитная на вид и, конечно, вкус у нее непередаваемый. С одного куста собирают до 2,5 килограмм урожая. Сорт характеризуется тем, что плодами занято до 2/3 побега. Благодаря плотной структуре ягоды не склонны к осыпанию, и не страшна задержка со сбором поспевших ягод на 5-7 дней. Поэтому на одной ветке может находиться до сотни плодов. Созревание плодов начинается с конца июля, но пик сбора урожая приходится на вторую декаду августа, продолжаясь до осенних заморозков. При этом до холодов созревает большинство завязавшихся ягод. Ягоды кустарника гипоаллергенны, поэтому их можно давать маленьким детям и аллергикам. По содержанию фолиевой кислоты они превосходят другие сорта. Обновить сорта на участке, порадовать детей и удивить соседей хочет каждый владелец сада или приусадебного участка. Новый оранжевый сорт малины – это интересно, но можно сделать эффект еще более сильным. Так вот, я предлагаю посадить рядом с сортом «Оранжевое чудо» черную малину «Кумберленд». Сейчас она есть в садовых центрах «Виктория». И когда наступает плодоношение, и рядом плодоносит желтая малина, черная, и, может быть, еще и красная, допустим, сорт «Брянская дива», то на участке мы видим настоящую малиновую радугу. Новый сорт малины «Оранжевое чудо» и уже зарекомендовавшие себя сорта «Кумберленд» и «Брянская дива» можно приобрести во всех садовых центрах «Виктория». Галина Смирнова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.